Зрители моего канала, с вами Райан, сегодня мы продолжаем Stalker Зов Припяти. Уже третья часть. Бля, лагает. В прошлой серии мы спиздили ноутбук у наймов. Че рен так лагает, я не пойму. Так, ну там все лежит. Ну что, есть что-то новое? Какие у нас вообще задания есть? Так будет, дорогие, найти сталкера, сесть с глухарем позже. Отравляющий газ надо найти, инструменты. Заманчивый бизнес, принести новенькому тридцать. Ага, мы отдали эти. Мы все отдали. Как говорит. Дай-ка мне водочки. Чувак. Переживать. Сколько мы? 20 лет еще нормально. Посмотрим. Нормально. Здорово. На, держи водку. Ну, чтобы руки не дрожали. Бля, 20 FPS, чё за херня? 17, где это? Вот дерьмо-то, а. Держи еще бутылку. Ни хабара, никакого привода. Это, чтобы работа спорилась? Всё. Эх, жаль, не застал ты товарищей моих, шутника с баржи. Хорошо бы посидели. Мы ж были как братья. Друг за дружку, герой. И как только у нас так могло получиться, я тут скажу, а они неизвестны где. Скажи, пошутника и баржи. Внимание, идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Я ж на затон с двумя товарищами пришел, баржи и шутником. Ребята молодые, глаза ух, горят. Не терпится горы артефактов собрать. И чтоб быстрее всех. А я как глаза такие горящие вижу, понимаю, не к добру будет. Спешка. Что там с хабаром? Еще неизвестно. А вот не подумав, в логово мутантов первым залезть. Да, приятно, мало. Что дальше? Да вот, если как. Сели как-то вечерком, выпили. Ну и стали спорить, что делать дальше. Идти или обождать. А если идти, так куда? Каждый в свою сторону гнет. Уступить, чтоб, ну никак. И так поругались крепко, что в один миг разбежались. Каждый в свою сторону. А я вот тоже сказал, дурак такой, что мало они еще в жизни повидали. А им уже такое нож острый. Теперь, если бы их встретил, извинился бы за то, что наговорил. Может, посидели бы вместе, как раньше, выпили, посмеялись. Я помогу передать извинения твоим товарищам, если их встречу. Было бы здорово. Бывай. Ты чё такой гайд? Надо поспеть, потому что сейчас у нас ночь. Так, что у нас там? Внутри. Ага. Все, так, то есть поспим до 6, желательно. Надеюсь, никто не пострадал. Кто-то там воюет. Здравствуй! Привет, брат! Ну, удачи тебе! Так, ладно, давайте сейчас пойдем на портовый кран, если там, возможно, будет это. Четыре лагает, мне это бесит. Ай, блин. Сколько у нас? 40 килограмм. Да блин, ну давай ты быстрей. Дегтер, быстрее иди. О, есть кто-то. Смотрите. Идем такие, мы никого не трогаем. Тут бас кто-то есть. А никого нету. Значит, заходим сюда. Идем. Опа, кто же у нас тут лежит? Данила, которого все этот хотел найти. Глухарь.
А дом заходим сюда и... Это ФСБ, а что вы тут делаете? Понятно. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. Ты смотришь аниме? Говори быстро. Ладно, давай по делу. Я знал, что очень скоро до меня доберутся. Не ты, так кто-нибудь другой. Тремор? Можешь объяснить, что тут происходит? Я уже ничего не хочу скрывать. Молчать бессмысленно. Мои дела говорят за себя. Наверняка ты уже понял, что я убил глухаря. Засранец. Так же, как и Данилов, других пропавших. Зачем? Я никому не пожелал испытать муки гемоглобинозависимости, ебать. От нее не отделяешься. А если есть дни, когда кажется, что способен прожить без единой капли крови долго, очень долго, может быть, месяц. И такое действительно случалось, как я тогда гордился собой. Но вот потом срываешься и начинаешь наверстывать упущенное. Как тебе это удалось скрывать? А когда я работал в хирургии, скрывать было легко. Почти всегда находился излишек донорской крови. Но вот в зоне, я думал, в этих жестких условиях мне будет не до болезни. Как я ошибался. Я сорвался и больше не мог думать ни о чем другом. Выбирал, как правильно раненых убить. Так, где тут у нас? Думать не о чем. Выбирал, как правильно раненых, а убийство счёл правильным выдавать за нападение кровососа. А как же Данила Глухарь? Данила прибежал ко мне на помощь после вылазки на кровососов. Он был ранен. Когда Глухарь договорился с ними идти на кровососов, я понял, что долго мне не продержаться. Я еще сохранял свою тайну, но уже знал, что это ненадолго. Вскоре появился Глухарь. Он догадался обо всем и попытался меня убить. Вот так. Мне жаль этих людей. Мне бесконечно жаль себя. Но ведь этим ничего не исправить. Я все понял, хватит болтовни. Меня никто не сможет понять. Далее. Воу-воу-воу, чувак, ты чё? Обирай тут за собой будет. У тебя это говно. Ебать. Ничего себе. Я богат. Что у тебя, кстати? Нихера. Давайте вот это возьмем. Пушечку. И тут, по-моему, что-то должно быть. Да, смотри как. Отлично. Так, тут у нас что, это холодильник, да? Опа. А я спрятался. Все, меня выброс не достанет. Ладно, давай сходить дурачиться, платить. О, все, отлагал. Так. Бажи шутника. В судьбе. Ох, мать, ты за ногу. Да пошли бы вы, знаете, куда? Где? О, нихера. И вся тварина. Иди сюда. Ублюдок, мать твоя, ну иди сюда, говно собачья, а за решёй камни лезь, ты засранец вонючий, мать твою. Ха, ну иди сюда, попробуй мне трахнуть тебя сам, ты рахнул, ублюдок. Так, да где ты, серьезно? О, красиво. Нихера. Бум. Задолбал, надоел. Гадючки тут у нас. О, это Петруха, оказывается. А там было шило. Ебать. Ну теперь это факт мой. Ладно, теперь сейчас идем по заданиям будем идти. Сколько у нас? 48 килограмм. Херово.
Ладно. Ладно, тогда идем. Сейчас идем куда? В логово. То есть отравляющий газ находиться. А потом уже пойдем в само логово. Включим газ, и все будет отлично. Встретимся уже там. Так, все, я уже тут. Блять. Да. 17 FPS, это как понимать? Так, жрать хочу. Ну, чтобы у нас поменьше было груза. Блять, сейчас надо забраться туда. Так, все, теперь не должны лагать. А, бля, все равно лагает что-то. 30, 20, 40 FPS. Ладно. Забираемся. Нет, погодите, сначала не забираемся. Сюда заходим. Так вот. И вот так. Что бумажки эти продадим. Так, вот так. Вот. Это очень изи пройти, если честно. Перед этим. Сюда срабатывает. Так, тут что у нас? Ничего себе. Это я не буду пройти. Нафиг надо. Так, у нас тут калаш, который мне не нужен. А тут уже у нас сам контейнер. Вот, тут. Так, патроны бы не помешали. О, тут еще какие-то вкусняшки. Короче, много тут чего. Тут кто-то есть. Тоже именно. Там бандос лежит. Чувак, извини, ты там будешь лежать вечность. Сори. Ох, бля. Так вот взял и прошел. А вот еще бумажки. И там еще как-то бумажка была. Где-то вот, вот там, в кабине. Тебе не машина. О, как я это еще потом понесу. Доска-доска. Вот, еще бумажка. Мы ее можем продать потом. Бля, а. Так, я открываю. Пожалуйста, 57 килограмм у вас. Сейчас надо теперь дойти. Нормально, выжили. С моста спрыгнули. Так, бахнем Геркулеса, а то у меня там еще много. А, мой старый способ. Где? А у меня нет этого хлеба. Блин, сейчас бы какого-нибудь сталкера бы найти. И уже использовать его как проводника. Так, тут кто-то есть. Вы хорошие? Не, вы дебилы. Вы аутисты, а с аутистом я не дружу. Ой! Там кто-то еще есть, это хорошо. Вы хорошие? Вы хорошие. Давай ты меня. Уйдешь на ВНЗ Кук. Ты 450, давай. Пить как охота.
Спасибо, братан. Потом отправимся в одно место. Так, какие у нас еще тут задания будут? Что произошло? Только данные инструменты, курсор. Товарищи, вот этот надо выполнить тут. Потом. Вот это я сейчас выполню. И вот тут вот выполним. И выполним. И вот сейчас вот мы его. Вот. Вот. Нет, не вот это. Вот это вот возьмем. Все, придем. Там уже да. Нет. Забыл. Главное, не сдохни сейчас. Все, заполни сейчас газом. О, наконец-то. А теперь... Тун-дун-дун. Ран. Ой, мама мия. Отдыхайте, суки. Я не буду к этим пинтосам идти, но их нахер. Ладно, сейчас идем к скату. Давайте сейчас пойдем. Там. А, эти вот чуваки, да? Все? Пацаны едут. Чё вы? Стоять такие. Ой, не, он один стоит. Да? Да. Ну, такое иногда бывает. А, вот как раз мы сейчас кое-куда придем. Так, у нас есть мусмец, и нам нужен еще колобок. То есть там арк пособирали. Чувак своего товарища. О, мама мия. А давайте наверх заберемся. Я вроде не здесь. Так, чуть-чуть. Не, не здесь. Спрыгиваю. Вот это вот мешает, и вот это вот мешает. Чувак, ты что-то по аномалии ходишь, как Иисус. Так, где примерно вот тут надо найти. Сейчас только шафок этих надо делать, надо перестрелять. Мешают, суки. Опа. Пацан, you dead. Тебе стадо псов идет. На камень быстро. Они что, до сих пор не заметили? Да ну. Блять. Валите отсюда, шапку не доделал. Вот правильно, валите отсюда. Ну, издевайтесь, что ли, а? Смотри, они меня был забили. А, не, они забили. Так, честно, тут надо кое-что найти. Еще ничего, а кого? Тут у нас Боров ходит. Где-то примерно тут, что ли. Блять. Что надо найти его. А, вон, нашел все. Здорово. Хера. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с карданом и баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать.
Ну, вы поняли, да? Это этот шутник. Да, блядь. О. Да. О, наконец-то. Бля, опять не туда. Вот где-то вот там, что ли, или вон там он, артефакт должен быть. Но я неправильно пошел. Как всегда. Это ж я. Задолбал. Не достанете эти боровы. Во. Все, достали. Там внизу еще. Бля. Ай. Ой, сюда. Все, съебаем его отсюда. Ну, как всегда, да? А, херня. Так, защита. Ой, да ладно. Тут еще какой-то есть. Кровосос. Какого хрена? А как он здесь появился-то? Это что, лунный свет? Да, это лунный свет. А что он там делал? Странно. А что реально он там делал? Загадка зоны, знаете. Ладно, куда надо еще идти? А, блять. А че я с катом идти не пошел? Ё-моё. Только шел, задумался. 2 минуты. Думаю, за скатом сходим, а потом. На Скадовское это. Пойдем. Ну, тут-то есть. А, это псина. Я на месте. У нас Portal Geist ходит. Бросит. Рома его вынес гранаты, что... А, все, он не заметил. Псина такая. Отъебись. Ай, псина. Ты где? А ты на стул. Какое смотреть? Я еще даже эту петушару не убил. Наконец, все. Готово. Так, отлично. И тут еще кое-что вкусненькое есть, вообще капец. Все, давайте сначала это досмотрим. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Отлично. Сейчас идем за самым вкусненьким. Бежим туда. Нам пока это не интересует, а нам нужно сюда. И тут у нас Desert Eagle. Очень шикарно. Так, давайте пойдем сейчас.
Да, чувак, проведи меня позже. Мужик, ты оружие-то спрячь. Извини, проведи меня, пожалуйста. На Скадовскую. Лень идти. Бля, ну как всегда. Сейчас выполним все задания. И все. Радуйте. Ну? Я уничтожил логово Красусов. Славно отомстил за пропавших миром их душам. Награду ты действительно заслужил. О, детектив Елис. Нормально, 5000. Лухар мертв, и его... И других сталкеров убил Тремор. Но Тремор тоже мертв. Тремор? Да... Пригрели змея. А ведь любой на их место мог оказаться. Уж если даже глухарь. Ладно, спасибо тебе, дружище. Выручил весь лагерь. Держи. 10000. Это уже хорошо. Бывай. О, сержант сыщик. Колбаса. И что еще? А, найти заинтересованных. Здравствуй. Куда ты можешь меня привезти? На станцию Янов, это недалеко от завода Юпитера. Откуда, оттуда назад на Скадовск. Лучше знать одну дорогу хорошую, чем несколько кое-каких, кое-как. У меня есть карта местности между Затоном и Юпитером, не хочешь взглянуть? Ну-ка. Смотри-ка, довольно детально все. В нашем деле нельзя мелочи из виду упускать. Если хочешь остаться в живых... А, гляди-ка, судя по картам, между Скадовским и Яновым есть безопасный проход напрямик. Пожалуй, я скопирую их себе на КПК. Если ты не против. Так, добрый человек. Теперь я тебе могу предложить тебе скидку. Бывай. Так, тут чуваки. Попутного ветра. Здоров. Я нашел Данила, он мертв, убит покойным Тремором. Эх, йо. Ну почему лучше люди первым уходят? А Тремор, сука. Эх, Данила. Такой здесь был человечище. Человечище, круто. Так. Это все еще лежит? Да чё? Чё ты? Ты он тебя заинтересует. Нашел секретные документы на мосту в автоколонны. Хочешь взглянуть? Посмотрим. Да, это интересно. Продашь? Продам, у меня ни к чему. Все, 2000. Насчет детекторов. Где их можно найти? Не знаю. Где хочешь, там и ищи. Спасибо. Подбодрил. Ах, да. Детектор Виллис. Давай, не задерживайся. Тебе поставим. Я не знаю, что лучше, шлем или это. А, пока шлем сюда положу. Это сюда. Сюда. Этот оставлю себе. Хотя нет. Сюда лучше положу. Так, что еще? Этот тут сюда вот положим. Это нужно. И пойдем сейчас продавать. А не тебе. Хотя... На, он, держи вот эту мелочь. А, я забыл кое-что. Я кое-что забыл. На. Хотя стой. Теперь у тебя есть артефакт. Нет, тебе это не нужно. Значит, на. 51000, хорошо. Ладно, если на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи. И всем пока.